слова любви вы говорили мне. Григорий Лепс проснулся от летаргического сна. Вы еще не вечер. Вы ее впервые потрогали. Вы видите, на нашем проекте чудо случилось. Лепс ни разу во время совместных номеров Гринёву даже пальцем не тронул. Вы тут в шоке, в баре вообще. Ну, буду, господи, песня нашей юности и молодости. Помоги мне. Помогу, помогу. Помоги. Помогу, помогу. Помоги. Блестящее произведение, кстати, блестящее. Видовое. Здесь песни вечные. Вообще-то, конечно, вокал Иры никак не улучшается. Хотя очень хочется. Мы все с замиранием сердца вот за этим легким стриптизом. За вами. Вы совершенно другая сегодня. Мы решили ее в каком-то другом стиле сделать, потому что ее много пели. Это был тот номер, когда хотелось закрыть глаза на всю фальшь. Закрыть глаза — это точно не про этот номер. Там можно было пропустить, иначе все самое интересное. Коктейли пряные. А нам сбоку было видно по-другому все. Конечно. Это был замечательный номер, я ставлю 10. Прекрасно. Блестящий, блестящий. Красота – это страшная сила. Просто блестящий. Наконец-то он понял, что рядом с ним красивая женщина. Сегодня вы были главной солисткой. Ну ничего, что сфальшивили чуть-чуть. Глупостик, черт подробности, десятка. Поразили сегодня Ирина, действительно, потому что вот... предыдущее выступление, она вот стояла и дрожала, и пыталась попасть в ноты, попадала. А сегодня я вообще не ожидал, что вот так вот. Мне легко, потому что это игровая песня. Как бы здесь немножко платформа моя. Я о Гринёвой стих пишу двустрочный. Раба любви, поющая неточно. Бьет и ждет. Мне было гораздо сложнее. Первый раз в жизни я вот услышал, что он сегодня не взял до диез, вот то вот знаменитое. Если бы я брал на того выше, я бы просто... Что такое все-таки до диез? Да. Что является тем самым, что будоражит мое девичье сердце? Можете взять? Может, не получится. Я пытался, но... 10 баллов. Спасибо. Я хотел 9 поставить, но 10, конечно. Что у вас спасибо? Спасибо. Представила, какой бы из Григория Лепса получился инспектор ГИБДД. Ты только подумай, тормозит он водителя, спрашивает, вы пьяны? Водитель отвечает, да нет, я вообще не пью. И тут Лепс ему говорит, я тебе не верю. Я просто, извините, растерялась. Ты все-таки поешь, я чувствую. Я тебе не верю. Главное, чтобы это происходило в душе, тихо. Но вообще, исходя из этой логики, так можно сказать, что Лепс мог бы работать в суде. И еще я знаю огромное количество мест, где Лепс тоже мог бы работать. Но, слава богу, сегодня он работает на нашей сцене. Уже прям все зрители прям сидят сладкие-сладкие, потому что твой любимый Лепс поет. Сегодня он споет вместе с Ириной Гринёвой песню «А она не твоя, а кое-кто уже явно чей-то». Григорий Лепс и Ирина. И весь мир за тебя говорил. Что с того, что с тобой жизнь нарядная? Думаешь ты раз годам, что надо ей? Все, что надо. Это
яркие свидания. Молодой, кровь кипит, тело смелое. Это все так скоро надоело ей. Боль любви твоей. Но ведь она не твоя, то с тобой она даже иногда. Как тебя она выпивает. Она не твоя, ты играешь с ней, а она с тобой. Потому что знаешь ли ты, что себе таит женская любовь. Знаешь ли ты, о чем мечтает она, о чем ее мечты. И молодой парень в борьбе за женщину. И вот сегодня песня получила абсолютно новое звучание, когда эта женщина наконец-то появилась. Борьба за Лепса. Да. Борьба. Ох, подсолнух ты мой. Честно говоря, семечек, Григорий. Семечек хочешь? Семечек? Конечно, хочу. Смотрите, все-таки она вас сумела выучить, что каждый раз, когда вы встречаетесь, вы что-то должны дать. Микрофон пока? Ну ладно. Вообще, если честно, Григорий, я расстроена. Дело в том, что на досуге все-таки мы были разлучены с вами целую неделю. Я тут зашла в интернет, нашла фото вашей супруги, и я была сильно разочарована. Она прям красавица, я Григорий! Я все время говорю, Собчак, прямо красавица! Гриш, я все время Ксюше говорю, он привык к красивым женщинам, оставь ты его в покое. Почему самые, ну ладно я, ну как бы я не отношусь к этой категории, но почему самые красивые женщины мечтают с вами петь, жить, работать, вот задавать вам вопросы, почему? Потому что нельзя быть красивей такой. Вот тебя здесь не было, Ирочка и говорила, и раздевалась, они обнимали, так. Я кому сказала? Нет. Теперь не буду я неделю не мыться. Я не могу. Канделаку не трожь. Ирочка, скажи мне, пожалуйста, мы не ошибаемся, потому что все, кто за вашу пару болеет, а за Григория Лепса и за тебя реально болеет вся страна, всем показалось, что лед тронулся именно на прошлой передаче. Вот между вами что-то произошло, это музыкальное чудо свершилось. Так это? Ну, вы знаете, дело в том, что Гриша всегда мне помогает. У нас даже есть такие тайные знаки, когда мне вступать, когда выше, когда ниже. Расскажите, вот какой тайный знак, что вам вступать? Например? А я не буду, это тайна. Ишь какая, а? Ишь какая! Вот. Но в любом случае, Тина абсолютно права, что
Вот этот язык тела в этом номере, он опять продолжился. Я смотрела на вас, и вот в этой обтягивающей колготке прекрасной вы вот так вот двигались изящно всем телом. Не это завидуй. Было очень сексуально. Не правда. Завидуй, ты не знаешь, какие танцы Ирочка умеет танцевать. Ты такие не можешь, а Григорий на это заводится. Я не могу, я наоборот говорю о том, что это было прекрасно, и это как бы продолжение истории вот этого изящного раздевания в прошлой программе. Григорий очень нехорошо на тебя смотрит. Если ты не отправишь его сейчас в бар, я боюсь, что он сейчас с тобой будет делать то же самое, что Ирина делала по доброй воле. Поэтому выбирай сама. Как бы мне не было это тяжело, в бар, Григорий, в бар. Ирочка, и вы тоже. Спасибо. Ирина Гринева и Григорий Лепс. Гриша, ты знаешь, за Ирину все больше и больше болеет мужчин, они все приходят сюда, причем они абсолютно друг друга не стесняются. Вот новый человек появился, представьтесь, пожалуйста. Я давний друг и поклонник Ирины Гриневой, Евклид Кюрзидис. Это известный актер киношный. Я просто, чтобы все девушки тоже слышали, потому что у нас очень Ксения клюет на известных актеров в том числе. Я хочу сказать, что Ире достаются такие сложные песни вокальные. Начнем с того, что ей достался сложный партнер, а потом уже от этого все и пошло. Но тем не менее, в Ирине столько трепета, она такая настоящая, она такая тонкая. Я просто восхищен. И вытягивать такие сложные песни может только Гринева. Гринева, браво! Спасибо. Браво, браво. А что бы хотела сказать подруга? Меня зовут Инна. Я давняя подруга Ирины. И я считаю, что партнер попался насколько сложный, настолько и талантливый. И огромное счастье, что такой мужчина рядом. Потому что рядом с Григорием Лепсом невозможно не завестись. И невозможно не спеть от всей души, что, слава богу, Ира и делает. Слушай, Ксюха, слушай. Гриш, скажи, пожалуйста, а как ты расцениваешь рост Иры? Ты вообще замечаешь, что она выросла? Геометрически. В геометрической прогрессии? Да, в геометрической прогрессии. Да? А скажи, пожалуйста, а в чем это для тебя выражается? Она стала тебя лучше слушать, она стала внимательнее, петь стала лучше или интервалы какие-нибудь брать? Нет, я бы сказал, что она стала просто-напросто доносить песню. Не просто петь ноты, а доносить песню. Ноты здесь ни при чем. Нет, почему? Это но очень самое важно. Сложное это для меня было спеть ноты. Ну, вы указывали да, свои сложности. Конечно, но... Ир, ты теперь еще не только умеешь петь ноты, но умеешь еще их доносить. Ну, я согласна абсолютно с Григорием. Да. Потому что кому, как не Григорию, знать, что петь ноты не важно. Главное доносить. Нет, я говорю абсолютно искренне. Почему? Потому что история знает массу великолепных исполнителей, у которых, в принципе, вообще голоса-то и не было никакого. И, тем не менее, люди сходили с ума. Тут главное сердце. Песня очень сложная. Во-первых, она мужская, да, и очень низко для меня. И низко начинается, потом... Я еще раз буду петь женские песни. Да когда уже вы начнете женские песни петь, Гриш? Вы только все обещаете. Никак у меня не получится просто, я думаю. Не получится? Слишком грубый голос. Да ладно, нет, женские песни можно петь мужчинам. Поэтому теперь я низко стала петь, понимаете? Забасила неожиданно. Григорий, как бы вы хотели, чтобы вы спели знаменитую песню Мэрилин Монро про любовь Ксении Собчак? Вот чтобы вот представили, наоборот, поменялись местами. Знаешь, как Мэрилин пела президенту, чтобы Григорий спел тебе. Ради Григория я готова даже на это хотя... I wanna be loved by you. Ну что, мистер президент в лице Игоря Крутого. Вот сейчас неправильно сделала. Ты понимаешь, что уже автоматически Матвиенко и Илья Рахмельевич уже напряглись. А я тоже найду, чем порадовать, каким титулом наградить, чтобы им тоже было радостно. Игорь Яковлевич. С каждым выступлением этого дуэта я все время ждал, что Ирина начнет
приближаться к уровню Гриши. Потом я стал, когда я понял, что это невозможно, я стал ждать, что Гриша немножечко пойдет навстречу Кирине. Но это все-таки конкурс дуэтов. Поэтому моя арифметика сегодня такова. Гриша 10, Ира 8, а общая оценка 9. Да! Спасибо! Не подействовало твое, мистер президент! Игорь Игоревич! Мистер премьер-министр! Это невозможно. Просто ну, это физически, физиологически невозможно пробить вот эту массу звука, пробить Гришу. Невозможно. Это ну, замечательная энергетика, отличная песня, но это сольная песня. 9 баллов. Спасибо. Спасибо, Игорь. Спасибо. Ну что ж, обстановка становится напряженной. Дело в том, что пока ни одной десятки, я начинаю по-настоящему волноваться. Я даже боюсь подумать, что будет дальше. Не хочется еще раз вставать на колени на этой сцене. Даже не хочу об этом думать. Светлана. Обращайся сразу как к королеве матери. Вы наша королева-мать, вы должны всех спасти, понимаете, когда ситуация накаляется... Мать, не подведи, мать. Вот Илья очень хочет стихи прочитать. А как мы хотим послушать, Илья Рахмельевич? Достоин высших категорий певец рычащий Лепс Григорий и вызывает только радость его небритость и лохматость. Он не поет эпиталамы, он огнедышащий фантом, он презирает фонограммы и в микрофон рычит живьем. И все патриции, плебс, братва, ГИБДД, Юдашкин кричат: «Крутой ты парень, Лепс, поешь, и по спине мурашки». Ты Ирину зовешь в песне новой, в свой потерянный рай, в неземные края. Ты отдать хочешь сердце Гринёвой, а она не твоя, она актёра, который с ней рядом сидит. Вы знали бы, что этот актёр умеет делать. Между прочим, Ирочка от нас скрывает таланты своих друзей, а огромное она привыкла спасибо к распрепощенным мужчинам. 10 баллов. А это 10 спасибо баллов. Да. 10 баллов. 10 баллов. За это я можно даже простить то, что он срифмовал Юдашкина с мурашками. Светлана. Светлана Михайловна, Курзидис, который сидит рядом с Ириной Гринёвой, играет в шикарном спектакле «Ladies Night». Он там раздевается. Да, да, там кстати просто супер. Когда я побываю на этом спектакле, тогда я, у меня будет я свое мнение. Я вас приглашаю. Вот. Я вас искренне спектакль приглашаю. Лучшие места. Пожалуйста. Вход пошли взятки, давай. И я вас приглашаю, мне очень много хороших спектаклей. Там есть момент, когда приглашают даму, которая сидит в зале, да, это да, будете да вы. Я весь мы зал договоримся приглашаю. Вернемся к нашим баранам. Весь зал должен быть там. Песня необычайно сложная. Да. Гриша необычайно сложный певец. Та энергетика, которую он излучает, она... Я не знаю, 1000 вольт, я могу сказать. 10 баллов. Светлана Михайловна, если вы поставите 9... Дайте 11 и все. И мне очень жалко Ирочку, прекрасную актрису. Очень жалко, что она в паре с Лепсом поет. Я ее сегодня не слышала. К сожалению, 9 баллов. Светлана Михайловна, вы понимаете, что спасибо вы сделали? То есть вы хотите еще раз увидеть Собчак на коленях? А ведь это будет! Ох, Светлана, Светлана, а я так вам верила. 37 баллов. Я, конечно, не большое согласна спасибо с мнением жюри. Да я не... А мы сейчас на этой сцене хотели бы видеть Пелагею и Дарью Мороз.